Мы находимся в городе Симферополь, возле районного суда, где сегодня прошло предварительное судебное заседание в отношении Владислава Есипенко, корреспондента проекта «Радио Свобода» и «Крым Реали». Владислав Есипенко освещал события на полуострове. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 223.1 и 222.1, незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ. Также напомним, что сегодняшнее судебное заседание прошло в закрытом режиме. Стороной защиты выступал адвокат Тарас Амельченко. С его слов, на сегодняшний день Владиславу Есипенко было продление меры пресечения на полгода. Также следующее судебное заседание будет проходить 15 июля 2021 года. Сам Владислав выглядит очень хорошо, передает всем привет. Я пришла поддержать, во-первых, Владислава. Во-вторых, выразить свой протест против, в сущности, очередного витка репрессий российской, подконтрольной российской власти, против неугодных и против свободы слова. То есть процесс, естественно, этот фальсифицированный абсолютно будет, как и все остальные процессы, происходящие в Крыму по политическим делам, по гражданским делам. А можете про Владислава Есипенко сказать что-нибудь? Какой он человек? Я с ним не знакома, я узнала про его арест только из СМИ и из, опять же, подконтрольных российских СМИ. Этот человек – журналист, освещавший ситуацию, происходящую в Крыму. Это главное. То, что преследует человека, он гражданин Украины, насколько я знаю. И преследуют человека просто за то, что он пытался доносить людям правдивую информацию. Здесь сегодня судят человека, который занимается именно тем, что говорит правду. Но он был арестован буквально на Чангарском перевале. Но это надо быть таким тупым или умным человеком, чтобы в машине ввести гранату или что предъявляют, как показали по телевидению момент обыска его машины. Но ни для кого не секрет, что сегодня власти Крыма получили команду с Кремля и работают на увеличение обменного фонда, я так считаю. А мы бы еще хотели напомнить, что 10 марта 2021 года Владислав Есипенко был задержан сотрудниками ФСБ и обвинен в хранении и в изготовлении взрывчатых веществ. После чего 2 дня адвокаты не могли с ним связаться, после он вышел на связь и сообщил, что под пытками сотрудников ФСБ он подписал признательные показания.